Здравствуйте, вы на канале Радости с огорода. Сегодня я хочу показать, как выглядит мой лук чернушка. Вот он уже весь зашел, длинный стал. Он у меня в двух ящичках. В этом ящичке посажен лук репчатый ялтинский красный и лук репчатый эксибишен, то есть салатные луки. Я их посадила редко, но мне этого хватит, потому что помимо этого лука я еще буду сажать другие луки. Вторая емкость у меня — это лук репчатый фермер ранний, лук репчатый кармен, ну, еще я сюда посадила золотничок. Это вот слабоострые луки. Вы не смотрите, что они редко посажены. Я так посадила специально, чтобы потом не думать, куда деть такое количество лука. Потому что я еще буду сажать лук севок разных сортов и лук порей. А теперь перехожу к обрезке лука. Как я это определяю? Определяю я по кончикам. Если вы посмотрите, то можно увидеть, что они у них засохшие уже. Да и он начал заваливаться. Постригаю я на 1/3. Использую обычные ножницы. Лук у меня посажен рядками, и удобно его подстригать. Ну вот, я подрезала лук. Теперь он еще лучше будет наращивать корневую систему. А я им помогу тем, что маленькими садовыми грабельками я взрыхлю землю. У садоводов это называется сделать сухой полив. А через 2 дня я его подкормлю обычным водорастворимым удобрением. Вот так выглядит мой лук после обрезки и рыхления. Поставлю его на солнечное место, и будет он дальше расти. Если вам понравилось мое видео, подписываемся на канал, ставим лайки.